Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Девятый день, 275 бабочек мы забираем. И это говорит о том, что мы можем с тобой открыть один пак. Верно? Я ведь ничего не путаю. А паки у нас вообще есть? Хе-хе-хе. Так, сейчас посмотрим. Сезонный рынок. Есть, есть, друзья мои, вот он. Еще не кончилось. 8 дней еще, ребят, до окончания. Укрытие в ветвях. Слушай, прикольно смотрится. Мне нравится укрытие в ветвях. О, оно классно еще и выглядит при всем при этом. Слушай. Ну, давай вот здесь вот и поставим. Такое напоминает мне домик, точнее, дерево с домиками эльфов. Рядом подсолнухи. Елочка у них. Хорошо устроились, я смотрю, они вообще тут у меня. Так, ну что, событий никаких нет у нас? Нет, друзья мои, событий нет, поэтому сегодня будем забивать ареновскими паками все, как говорится. Ну и, соответственно, будем забирать все наши награды. Так, здесь забрали. Отправили крикуна, зеленую смерть. Здесь тоже забрали и тоже его, ребята, отправили. Так, стоп, а кого мы хотим... А, нам надо прокачивать кривоклык. Я думаю, что все понимают, зачем нам нужно его прокачивать. Потому что мы его сможем прокачать, ребята, по уровню. В данный момент этого невозможно сделать, потому что он слабоват. Так, 7 рун, всего лишь 7 рун. Ладно, фиг с ним. Ну что, кривоклык, ты готов, я надеюсь? Да, он-то готов, а вот готов ли я? У меня не хватает, ребят, ресурсов. Да... Ладно, сейчас будем что-нибудь придумывать. Так, заберем здесь железо. Здесь древесина. Так, сейчас, подожди секундочку. Здесь тоже у нас железо. Маловато ресурсов, конечно же. Так, модификрылка. Лети за рыбой. Так, фейерверк. 60. Слушай, ну 60 рыбы уже нормально. 60 миллионов рыбы добывают. Это уже неплохо. Так, пускай летит за деревом. Ну что ты там мне дашь? 120 тусклого янтаря. Ну, понятное дело. Ворчун. Лети бесплатно. Лети давай бесплатно. Так, здесь мы сделать ничего не можем. Мячик какой-то заштопанный, самодельный. Отправили мы его, короче, дальше. 22, 29 миллионов. Идет добыча, я имею в виду, по ресурсам. 48, давай лети. 28 тоже полетел. 50 тоже полетел. Так, беззубик, что ты мне принесешь? Ой. Какая-то интересная штука. Я не знаю, ребят, что это такое у нас. В первый раз такую фиговину я вижу. Так, ну что, мы его подправим. Как обычно. Так, начать. Сюда. Вот она. Я не знаю, что это такое, ребят. Так, ну беззубик у нас полетел. Обмениваем вот это и вот это. Хорошо, значит, теперь тебя отправляем на добычу. Так, сарделька достает нам 12 рун. Так, внутрь полетел. Так, ну что, барсик. Ага. 12 рун. Стать ночной жутью. Давай, становись там ночной жутью. Две шестереночки. Давай, на укрепление полетел. Кривоклык, сколько там нам надо? 105.
Ага, 84 уровень. Ну что, я его тогда отправлю тоже в приключение. Пускай он... А что вот у нас, интересно, лагерь охотников? Вот здесь вот. Блин. Хотел, думал посмотреть, а он уже отправился сразу же, ё-моё. Через 2 часа 31 секунда только лишь будет доступен. Угу. Так, что-то надо с этими парнями делать. Обучить. Так он не пойдет обучаться, потому что... Потому что слабоват. Да и как бы ресурсов нет, так что... Пускай занимается, чем занимается. Так, здесь у нас все окей. Это еще добывает. Интересно. Так, 20 не хватает всего лишь. Но это фигня, ребят, сейчас на поединках мы с вами все сделаем. Все у нас будет. Открываем загадочный пак бесплатный. Так, шторморез, шепот смерти, экзотический шепот и чуточку, чуточку ресурсов. Так, янтарь заберем. Блестяще, а мы еще на один не накопили случайно? Накопили. Идеально. Опа, сейчас награду получим. А что у нас там в награде идет? И еще 250 бабочек Болтейна. Итого 505. Так, ну что, ребята, вроде бы все у нас тут сделано, да? Все как нельзя хорошо. И поэтому я предлагаю уже идти на арену, как говорится, и добывать наши паки. Заодно, конечно же, получим еще пак вождя. Что немаловажно. Я вообще не знаю, ребята, с пака вождя можно какого-нибудь редкого дракона поймать или нет? Если можно, то это прикольно. А если нет, то смысл тогда какой? Нет никакого смысла. Поехали. Начну, наверное, с тройного удара. А, блин, надо было. Нет, с этого не будем. Он все равно, ребята, страж, и ты его запаришься прибивать. А вот этого ханурика надо валить, потому что на 4-й энергии он может так вмазать нам ядом, что нам мало не покажется. Так, я его уничтожаю. Давай, наверное, сделаем вот так. А что он сделал? А что он сделал, я не помню. Как-то странно. Он что-то сделал. Я вижу, что он снял с себя дебаф. Но не хильнулся же. По-моему, что у Кривоклыка есть? У него есть только повышение атаки. Странно, конечно, все это. Так, сейчас полетит в нас, скорее всего, фаербол. Да, предсказуемый парень. И добиваем. Ну что, ребята, вот у нас такая команда. И я вижу уже самого злейшего врага в ней. Это, конечно же, шепот смерти. Для меня это враг номер один из всех вот этих хламов. Хотя потом идет сарделька, а уже третьим это будет злобный змеевик. Но вот этот вот переплевывает абсолютно всех. Но он, как уже всем понятно, ребята, и погибает самый первый. Сарделька начинает тут мельтешить. Ой-ой-ой-ой-ой, удар хвостом? Нет. Не удар хвостом. Ауч, не то сделал я, не то я сделал. Ёпарсете. Сейчас ушатает барсика. Слушай, нам повезло. Ну вот это тогда ушатает, да? Само собой. Ну само собой, ну... Не будет он на нас... Ха-ха! Это тебе за нашего павшего братка. Ну что, сарделька, иди ты в баню. Вот так вот. Наша очередь теперь бомбить. Goodbye. Так, друзья мои, я... Блин, вот этого... но мне все равно надо кривета бомбить. Я понимаю, что это рыцарь смерти, но... Кривет все-таки будет противнее и мощнее, как по мне. Поэтому желательно бы от него избавиться. Смотри, что делать, а. Все идет по барсику. Все идет, ребят, по барсику.
Ну все, теперь можно... А, он себе еще повышение атаки сделал. Тих, видел? Сжег просто мне всю энергию, ребят. Просто этот жучера мне сжег всю энергию, а? Вот это плохо. Пока, Барсик. До свидания. Буду грустить по тебе. Да ладно, он еще и хвостом бомбит. Фух. Нифига себе ты впечатал. Неужели сейчас еще и этого потеряю? Блин, друзья, ну это, конечно, трындец полный. Смотри, у него вся энергия. Что он будет делать? Он не знает, что ему делать. Он же начинает тут мельтешить. На тебе. Я думаю, что ему кранты. Так, и добивка. Так, друзья, ну что, мы с вами три обычных пака получили. Начнем с открытия. Ну и, конечно же, пак вождя. Конечно же, куда без него. Шоп от смерти, крылатый ужас, кревет, громовой защитник и все. Но мы-то двигаемся дальше, ребята. Нам нужно еще получить один пак. И тогда можно будет смело уже закругляться. Так, сейчас нам покажут бойцов. Угу. Раз и два. Вот эти вот два самых таких противных. Этот со своими фаерболами массовыми, этот со своим электричеством. Вот, как говорится, распределяй приоритеты. И что меня бесит, что он начинает ходить всегда первым. Ну, не первым, а всегда по три урона. Не урона, а как сказать так. Сразу начинает всеми тремя ходить. Вот. Ёк-макарёк. Пока, Барсик, я чувствую тебе кранты сейчас. Так оно и есть. Это еще гад себе усиливает атаку. Я имею в виду этот змеевик. Так, а он промахнулся. Чудило несчастный. Ну что же, он остался один. Нам с ним будет проще намного теперь расправиться. Ох ты, под усиленным сейчас звезданет. Офигеть. Просто, ребят, офигеть, сколько он вынес хп. Ты еще и добил. Красавчик просто, а. Так, вот они. Чем-то напоминает мне прошлый поединок. Только здесь вместо фаербольщика у нас, получается, Громли находится. Раз, два. Потом только лишь Кривоклык сходит. И потом опять же он начинает бомбить. Чуть понизил мне атаку, а? Что за фигня? Давай, 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 надо нам этого от кревета быстро избавляться. Не, все-таки мне нравится, как выглядит вот этот вот мой Барсик. С вазанкой дров за спиной такой. И секира. Тут секира, а там топор, что ли, не пойму я. Так, Барсик, по-моему, пока. Мы тоже, как говорится, в долгу не остались. И остается лишь вот этот вот супостат Громль. На тебе, с пониженной атакой. Будем его сейчас разбирать. Опять фаербол полетит. Ну и до свидания. Опс. А, громорок. Громобой. И змеевик. Все предельно ясно. Тут начнем мы с громобоя. Это само собой разумеющееся. Но опять же, смотри, вот он успевает сходить. Он первый раз сходил громорогом. И второй раз, офигеть, блин. А я еще даже никем не успел. Еще и, блин, усиливает. Ёпарасоте. Офигеть, он еще усилил. Нормально. Прикинь, как он жарит. И сейчас опять они вдвоем. Этот усиленный и этот усиленный. Пипец. Запинали, просто запинали.
Ладно, нам надо было сколько? Нам надо было всего лишь одного дракона подбить. Мы его подбили, поэтому... Давай-ка вот так сделаю. Пускай нам помогает. Ну, змеевик, давай. Красавчик. Так, слепота пока еще стоит. Как же нам повезло, а? Как же нам повезло, что на нем висела слепота. Он бы смог уничтожить нам просто-напросто кривоклыка. Ну, а сейчас мы его добьем, и все будет окей. Погречи в туалете, хламон. Ну что, друзья, вот и второй пак вождя. Давай открывать. Престиголовка столом. Громовой защитник, сарделька выпала нам. Вот и все, в принципе. Вот, в принципе, и все. Больше у нас на повестке дня, к сожалению, ничего нету. Так, ребятушки, на сегодня тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.